Эти пять знаков зодиака, наиболее защищенных Богом, они родились под счастливой звездой. Астрологи назвали пять знаков зодиака, которым чаще других везет в повседневной жизни, и которым удается выйти из сложной ситуации с наименьшими потерями. Это любимчики судьбы, и она всегда оставляет им подсказки. Представители этих знаков могут справиться с любыми трудностями, если будут замечать знаки свыше и правильно их истолковывать. И они всегда могут рассчитывать на помощь свыше. Сейчас мы узнаем, каким представителям зодиакального круга помогают высшие силы. Только перед просмотром советую вам подписаться на мой телеграм, ведь только там вы узнаете свою судьбу по дате рождения. И вот эти знаки.